Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня, и в этом видео у нас распаковка Faberlic. И коробочку откроем мы вместе, а потом уже посмотрим, что там есть. Так, боковушечки еще надо подрезать. У меня там еще по стартовой программе есть. Последний шаг я выполнила, девятый шаг. Вот так вот оно все выглядит. И давайте посмотрим по... Ну и давайте посмотрим, что же все-таки я себе заказала. Приобрела вот такие вот два кондиционера. Я люблю разнообразные кондиционеры. Одну баночку использовала такого кондиционера, другую такого. И не надоедает. Больше всех мне, конечно, нравится золотая органа, по-моему, называется Faberlic. Но, в принципе, и эти тоже неплохие. Также нейтрализатор запахов тоже очень нравится. У меня есть кошечка. Она, конечно, дома не ходит. Чаще всего на улицу по своим важным делам ходит. Но, тем не менее, очень редко бывает хочется вот прям что-то попрыскать, чтобы просто... какие-то лишние запахи убрать. И взяла две штучки себе освежитель воздуха. Я их тоже очень люблю. Здесь 250 мл. Хватает, в принципе, мне надолго. Я ими пользуюсь чаще всего в туалете. Очень редко использую где-то дома. Аромат очень сладкий. Прям пахнет настоящим ананасом. Ни капельки не химозным. Просто вот прям сок. Ананасовый сок. Очень классно, если не пробовали, обязательно попробуйте. Но опять же, если любите сладкий аромат, я обожаю сладкие ароматы, поэтому для меня это просто находка. Так, дальше. Заказала два вот таких вот мыла, они шли по акции. В каталоге, если на 499 рублей приобретаете, то их можно было взять за 109 рублей. Мне понравился аромат персика. Я заказывала себе крем для тела. Ой, он вкусно также пахнет. Точность также пахнет персиком. В точности также вообще очень классно. И решила попробовать себе мыло. Я такое мыло себе еще не приобретала, не пробовала. Что-то как-то проходила эту линейку мимо. И два вот таких геля для душа у меня заказала знакомая. Я, кстати, сейчас понюхаю, как он пахнет. Пахнет кокосиком. Здесь и написано, нарисован кокос, написано, хотела сказать. Ну и написано, и нарисовано, все кокосик. Я что-то как-то все мимо этой линейки проходила, все на нее смотрю, все хочется купить, но как-то вроде гелей для душа много, поэтому как-то мимо. Пролетаю этой линейки, все новые выходят, хочется новинку быстрее попробовать. Так. И заказали у меня вот такую вот дезодорант для подмышек. Очень люблю вот именно эти дезодоранты, я ими тоже пользуюсь, у меня стоит такой в запасике. Как закончится, обязательно всегда пополняю. У меня уже все вообще все виды были именно из этой линейки. Очень классные дезики, если не пробовали, советую. Шарик большой, очень удобно наносить и хватает тоже надолго. Но я не знаю, как они работают, но мне, в принципе, на 23, точнее, как на 23, ну, часов на 12, даже не на 12. Если сильно жарко, мне хватает где-то до обеда. И потом я наношу еще раз. И, в принципе, нормально, в общем. Это у меня еще один каталог. Я два себе заказывала, чтобы еще дать кому-нибудь. По акции взяла себе вот такую кашу. Это перлотта с грибами. У них она выходила, стояла на акции. Здесь 12 месяцев срок годности. В ноябре заканчивается. Я решила взять 89 рублей. Думаю, все равно приготовлю. И взяла себе вот такие вот полоски. Так, у меня камера почему-то все. Телефон наклоняется. Вот такие вот полоски взяла себе для ног. У меня есть эпилятор. Я в том году им зимой пользовалась, но потом как-то лень было, я запустила ноги. Сейчас не хочется заново делать это эпилятором, потому что это очень больно. И хочется сначала начать с полосок и потом уже продолжать пользоваться эпилятором. И также заказала себе крем после бритья и депиляции. Так как была акция, если берешь два продукта из этой линейки, они идут по спеццене, по желтым ценникам. Если по одному, то они намного дороже. Ну,
У меня был такой уже крем, он очень классный, мне очень понравился, очень хорошо смягчает. Можно вообще после бритья просто наносить. Он такой легкий, быстро впитывается, не чувствуется и классно увлажняет кожу. Тоже, если не пробовали, обязательно советую попробовать. Пошуршу. Взяла кетчуп Нечаев Family Club, классический, всегда беру классический, мне шашлычные вообще все не очень нравятся, которые вообще есть даже в обычных магазинах. У меня этот кетчуп нравится очень сильно сыну, и он у нас закончился, и мне сын спрашивает: мама, ты чего не купила? Я говорю: все, куплю, закажу. Я как-то в прошлый раз хотела заказать, но забыла, если честно. Чуть выше камеру подняла, не убираюсь я. Вот. Также, если не пробовали кетчуп, вообще советую попробовать. Это просто супер классный, сладкий, с ним макароны вообще кушать очень вкусно. Я никогда раньше не ела макароны с кетчупом, я как-то кетчуп вообще не очень любила. Но когда попробовала именно от Faberlic, мне очень понравилось. Так, покажу вам быстренько три крема. Это 60 плюс ботаника, это у меня заказала тоже знакомая к маме на подарок своей. В принципе, ничего. Очень бюджетная, кстати, линейка. Цена рублей 140 с чем-то выходила. Я уже, если честно, не помню. Но даже очень приятно держать в руках. Она такая глянцевая, гладкая, прям такая упаковка хорошая. Это тоже у меня девочка взяла своей маме, тоже на подарок. Вот такая помада, это у меня заказала девочка, это из новой линейки. Вот так вот она выглядит, это за 359 рублей, они должны быть стойкие, я так поняла. Я сейчас аккуратненько открою. Вот так вот она выглядит, я свотч делать не буду. Кстати, на камере она выглядит более такой, ближе красноватая, что ли, розовая. На самом деле она немножко... Она совсем немножко розовая, не такая яркая, как на камере. На камере она насыщенная. А здесь более она такая тускловатая. Сама пробовать, естественно, не буду. У меня помад много, я пока поэтому не покупаю ничего из новинок, потому что надо использовать те, прежде чем заказывать что-то новое. Взяла себе вот такую вот, была акция на Эксперт, это моя самая любимая линейка, которая есть в Faberlic. Я, конечно, Faberlic не все линейки уходовые испробовала, но вот это Эксперт я попробовала, это просто аромат, просто божественный, классный, сладкий, вкусный, очень приятно наносить на лицо. У меня такой есть гель и сыворотка именно из этой линейки. Серебристой. Гелем я очень довольна, единственное, что он немножко липковатый, то есть липкость остается немножко долго, поэтому если кто-то не любит, можно перекрыть кремом. Мне хватает только геля для увлажнения, очень хорошо увлажняет, у меня комбинированная кожа, поэтому советую попробовать, если не пробовали, тем более сейчас идет очень хорошая акция на эту линейку. Вот так вот выглядит восстанавливающая ночная маска для лица. У меня масок много, но я не удержалась. Ой, я полностью всю ее открыла. Ну, вот так выглядит маска. Пальчиком туда не полезу. И вот здесь вот такой вот дозатор. На него нажимаешь, и здесь выходит маска, ее берете. То есть мне еще очень понравилось из-за упаковки. Упаковка просто супер люксовая, очень удобно. Даже в других кремах вот именно эта упаковка, где нажимаешь, мне очень нравится, так как не надо никуда пальцем лезть, выдавливает столько, сколько тебе нужно, ни больше, ни меньше. Вообще очень довольна. И здесь, кстати, у этой маски 30 мл. А такая сама она по себе огромная, высокая. Так, куда бы ее положить? Хочется, чтобы ее тоже было видно. А по Faberlic Like я уже себе взяла вот такую вот первая ступень, уже синенькая, омолаживающая крем для лица. Она по Faberlic Like вышла 390 рублей, но просто в каталоге она была 399 рублей, то есть разница 9 рублей. Но мне просто нечего было заказать по Faberlic Like, вроде бы ничего не надо было, поэтому я просто решила взять вот этот вот кремушек. У меня гель такой.
крем покатился, упал. Тоже вот так вот такой вот дозатор здесь нажимаешь, и выходит нужное количество продукта. Здесь тоже всего лишь 30 миллилитров. Я думаю, что на месяц в принципе должно хватить, даже может быть чуть больше месяца. Очень классные упаковки. Вообще, если даже дарить на подарок, это супер классный будет подарок. Тем более мы все равно очень сильно любим упаковки. А в дешевых брендах бывают упаковки очень дешевые. И не очень приятно пользоваться. Либо они разваливаются, либо они стираются. Многие, наверное, с этим сталкивались. Либо все вот эта вот картинка вся облезает. А здесь такого нету. Здесь просто вот именно упаковка вообще просто классная. И сам по себе продукт, тем, что я пользуюсь, именно вот гель и спрей, мне очень понравились. Я думаю, что эти продукты будут тоже супер классными. Буду надеяться, что хорошо будут работать на мне. Также взяла себе вот такую зубную пасту, она была по акции за 70 или за 60 рублей, если честно, я уже не помню. Вот так вот она выглядит, камеру толкаю. Обычно, мне, кстати, вот из этой линейки, сейчас скажу, как называется, Эксперт Фарма, была зубная паста, и она мне, в принципе, довольно-таки понравилась, но я все равно в ночное время чистила. Она была с прополисом и очищала, в принципе, в среднем, но на ночь мне, в принципе, хватало. Мне показалось, что у меня с ней десна стали меньше кровоточить. Поэтому я решила из этой линейки попробовать еще какую-то зубную пасту. И покажу, что мне дали по стартовой программе по 9-му. Это вот такой вот инкогнито Faberlic парфюмированный гель. Гели парфюмированные в Faberlic я обожаю. Они очень классно пахнут. Я бы не сказала, что долго, но, в принципе, нормально. Они еще в душе раскрываются очень классно. И просто стоишь, наслаждаешься ароматом. И две вот такие вот туалетные водички, одна инкогнито. Открывать не буду, я хочу оставить их на подарок. У меня просто будет каждый год перед Новым годом для моих клиентов идут подарки такие классные, разные. И я оставлю им вот такие вот подарочки. И Донна Феличи. Здесь оба по 50 миллилитров. Вообще Faberlic вот в этом плане, они последние 9-й очень пощедрились, прям две полноразмерные туалетной воды и два геля для душа, но мне достался один, потому что второго не было, я не стала почему-то выбирать, как-то, заказала, торопилась очень сильно, как обычно. И вот такая вот помадка от Lovely Moments, это я и своей дочери заказала, сейчас откроем, понюхаем. Сейчас зима начинается, губки начинают у всех сушить, не только у маленьких детишек, но и у взрослых. Вот так вот она выглядит, такая розовенькая. Кстати, практически ничем не пахнет. Слегка так пахнет. Очень миленькая упаковочка, такая розовенькая. И вот эта вот надпись сама по себе, кстати, на камере она не так смотрится красиво, но вот прям вот в руке держится, вроде простая такая упаковка, но смотрится очень миленько. И сам по себе стик там такой нежный. Нежно-розовый. На этом мое видео подошло к концу. Огромное всем спасибо. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!